Всем доброго времени суток, с вами Светлана, и у меня для вас есть вариант по размещению не в самом Курске, а в Анапе Витязева. Мы провели переговоры с хозяйкой гостевого дома, и она предложила вариант для временного, ну там может быть на длительный срок размещения людей, которые хотят уехать подальше, или кто-то может быть с детьми хочет более-менее безопасное место. Все дело в том, что в нашем Курске сейчас посуточная аренда квартир от 2000 выше. Это посуточная. На длительный период ценник начинается там от 25 тысяч и выше. Но при всем при том, это все также находится в Курской области, хоть и город Курск, но для многих это не совсем безопасно. Сегодня ко мне обращались с вопросом помочь найти жилье в Анапе. Но дело в том, что в самой Анапе сентябрь еще считается курортным месяцем курортного сезона, поэтому, конечно же, вы не найдете бюджетного варианта в сентябре. И благодаря успешным, я считаю, переговорам с хозяйкой гостевого дома, мы находимся в 15 минутах от моря, это Витязево, курортный поселок, мы пошли навстречу. Мы понимаем, что люди просто хотят куда-то уехать подальше, чтобы было поспокойнее. И для вас есть предложение, как на посуточный съем по адекватной цене, не такой, как в Курске, так и на съем на длительный период. Это гостевой дом «Мур-ля-Мур», находится он по адресу Витязева, Горького, 2Б. В каждом номере есть все необходимое для проживания. Это санузел собственный, интернет, телевизор, кондиционер, холодильник. Кондиционер также работает и на тепло, на обогрев в том числе. В целом гостевой дом отапливается весь сезон, зимний сезон, поэтому там тепло, нет сырости. На территории есть во дворе столики со стульями, также есть общая кухня для приготовления. Столовая на, так сказать, питание зимой не работает, но до 15 сентября завтраки еще предоставляем отдыхающих. Итак, какие варианты есть? Для тех, кто хочет как можно скорее, или кто-то уже, может быть, снял жилье, но хочет побыстрее все-таки перебраться подальше отсюда, есть два номера, номер 4 и номер 9 с 6 сентября. Посуточная оплата 1500 с номера в сутки, если у вас срок до месяца. Если вы знаете, что вы хотите именно на месяц, а желательно и больше в дальнейшем, да, все это можно будет обсудить и решить нам на месте. Но если вы знаете, что вы точно хотите месяц, то для вас есть актуальное предложение 1000 рублей в сутки, соответственно, 30 тысяч в месяц. Дорого это или нет, я сейчас гляжу цены на Авито и понимаю, что в Курске примерно за такую же сумму, если на длительный период, вы сможете найти квартиру. Да, квартира, с другой стороны, это в Курске. Ценник просто взвинтили вдвое. Если раньше это аренда на длительное проживание, период проживания от 18 там, до 25 тысяч, то сейчас уже порядка 30, даже 40 тысяч в месяц. Мне люди пишут, нам без разницы, где, только не в Курской области, а подальше. В соседнем Смоленске они сейчас снимают посуточно 2500. Сами понимаете, если это даже Смоленск, а не Курск, и такие цены посуточно, то я думаю, что 1500 с номера, не с человека, а именно за всю семью. Размещаться можно вдвоем, втроем, вчетвером. Мы разрешаем с домашними животными, это с кошками, и оговариваем варианты размещения с маленькими, не крупными собачками. То есть этот вариант тоже возможен. Мы понимаем, в какой сейчас обстановке находятся жители Курской области. В пункты временного размещения у нас ежедневно прибывает огромное количество человек. Сейчас за эти 3-4 дня у нас в город прибыло больше 100 тысяч людей вот с приграничных районов города Курска. И до сих пор еще есть эвакуации в некоторых других районах Курской области. Поэтому, если для вас актуальна информация, если вам нужно именно куда-то переместиться подальше, ну, это будет у моря, вы все равно будете наслаждаться бархатным сезоном и сможете там все-таки отдохнуть, если вы здесь устали от работы ПВО,
от сбивания летательных аппаратов. Я думаю, что если у вас есть дети, вы хотите действительно куда-то уехать, отдохнуть, перезарядиться, то этот вариант — прекрасное решение. Обращайтесь, напомню, что сентябрь в Анапе все еще курортный сезон, поэтому это предложение, я бы вам сказала, просто беспрецедентное, потому что, по сути, только вот с этим гостевым домом мы вот нашли такое компромиссное решение, чтобы помочь как-то жителям Курской области. Ну, у многих есть свой автомобиль, вы приезжаете на своем автомобиле, то есть вопросы с билетами вам даже не нужны. Для тех, кто хочет все-таки на поезде, я, конечно, понимаю, что сейчас ситуация такая, что билеты практически не взять, но вдруг у вас получится. Есть номера также очень комфортные и вместительные с 10 сентября. Это номер 31, 32, 33, 34 и 35. И есть номера, номер прям самый-самый у нас большой, он там вмещает до 6 человек, в том числе и с детской кроваткой. Это если у вас действительно большой состав семьи, он освобождается 13 сентября. Так что обращайтесь в любом случае, либо 1500 в сутки, если вы хотите до месяца, меньше месяца, или если вы хотите, точно знаете, что хотите месяц, то для вас вот такой вариант — 30 тысяч в месяц. Обращайтесь, я есть ВКонтакте, я постоянно на связи ВКонтакте, так будет вам быстрее, ссылочку оставляю, и вы можете посмотреть сам гостевой дом, какие номера, собственно, я их перечислила, есть в фотографиях сообщества, которое также веду лично я, поэтому я точно знаю, что я вам предлагаю. Тоже есть ссылочка в описании под этим видео. Обращайтесь, ситуация непростая. Да, для кого-то это может показаться не бюджетно, с учетом, что сейчас могут быть у людей финансовые сложности, но в целом, если смотреть по съему жилья в городе и сравнивать, что вот я сейчас вам предлагаю именно у моря, это хороший вариант, альтернатива, как, так сказать, разгрузиться, перестать об этом думать. И если вы, как говорится, просто с чемоданом и хотите хоть завтра куда угодно переместиться, то, я думаю, для вас это будет тоже актуально. Обращайтесь. Да, сейчас только 13 августа, до 10 сентября, до 6 сентября времени полно, но многие уже сняли на месяц жилье здесь, и если есть разница, в Курске все-таки это пережидать или поехать куда-то южнее, у моря, привести свои нервы в порядок. Сейчас очень серьезное информационное поле, напряженное, поэтому тут даже и без каких-то действительно физических угроз хватает нервных напряжений, поэтому обращайтесь. С вами Светлана. Вот такой вариант специально для вас. Кому актуально, обращайтесь в соцсети. Всем пока-пока.